Всем привет, с вами Муборг, я Трэш, и сегодня у нас на обзоре Modern Warplanes. Молодая и амбициозная компания Cube Software уже не раз доказывала игрокам, что умеет делать хорошие игры. Tower Defense Heroes 2, Underground Racing и Block Tank Wars 2 уже давно снискали популярность среди игроков всего мира. Так что новый онлайн-авиасимулятор, по всей видимости, постигнет та же участь. Modern Warplanes погрузит вас в мир современной военной авиации и предоставит возможность поучаствовать в захватывающих баталиях на известнейших истребителях и перехватчиках нашего поколения. С первых секунд геймплея игра поражает качеством графики, оптимизации и простотой управления. Имея всего несколько кнопок в арсенале, вы будете выполнять сложные маневры и вести захватывающие сражения в воздухе. Пройдя стартовое обучение, перед вами откроется 4 режима игры. Онлайн, выживание на рекорд, бой с командами и своя игра. Думаю, с этим все понятно. Победа в каждом режиме будет приносить вам награды в виде опыта, монет и новой техники. Повышая ранки и зарабатывая монеты, вы сможете покупать более сильные истребители, ракеты, пушки и менять камуфляж вашего самолета, чтобы придать ему больше индивидуальности. Также зарабатывать местную валюту можно, получая каждодневные бонусы или выполняя интересные задания. В Modern Warplanes вы найдете десятки видов боевых самолетов с уникальным оружием и показателями, более 30 игровых предметов, две локации с различными погодными условиями и динамической сменой дня и ночи. В общем, каждая деталь Modern Warplanes, от хорошо проработанного геймплея и графики до управления и саундтрека, заслуживает почетное звание самого лучшего экшен-симулятора в мобильном направлении на сегодняшний день. Так что приглашайте друзей, создавайте команды и рассекайте облака крыльями металлических птиц.